Мне не очень нравится бокс, но мне нравится им заниматься. Джо Джойс. Джо Джойс родился в 1985 году в Лондоне. За плечами британца серьезная любительская карьера. Джо – серебряный медалист Олимпиады 2016 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, победитель Игр Содружества 2014 года в категории свыше 91 килограмма. Дебютировал в профессионалах в 2017 году, и 32-летнему боксеру не прочили серьезных достижений. Но Джойс сумел опровергнуть прогнозы экспертов и за 5 лет поднялся в топы мирового хэви. Коллекция британца пополнялась довольно быстро, причем поединки редко продолжались более 3 раундов. В 2019 году в 6 раунде был бит Бермейн Стивер. В 2020-м, правда, уже в 10-м раунде досталось соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Дюбуа нанес несколько мощных ударов по Джойсу на протяжении всего боя, но большого ущерба оппоненту доставить не смог. Джойс продемонстрировал феноменальный джеб, который разбил Дюбуа в левый глаз и в конечном итоге привел к тому, что соперник встал на колено. После боя было подтверждено, что у Дюбуа перелом глазницы, а ведь на момент остановки Даниэль лидировал по 2 из 3 судейских карточек. Один из самых главных соперников в карьере британца стал Джозеф Паркер. Боксеры разделили ринг в 2022 году. Джойс с самого начала поединка начал оказывать непрекращающееся давление на Паркера, который хорошо двигался и находил бреши в обороне Джойса. Но тот практически не обращал на это внимания и продолжал свой натиск. Паркер показал отличную выносливость и стойкость и хорошо провел 9 и 10 раунды. Однако в 11-м он пропустил левый боковой и не смог продолжить поединок. Тридцатисемилетний британский супертяжеловес завоевал звание временного чемпиона мира по версии WBO. Перед Джойсом открылись самые радужные перспективы и право на поединок с Александром Усиком, а то и на мегафайт с самим Тайсоном Фьюри. Но в мечты о больших боях, гонорарах и величии вмешался Джилет Джан по прозвищу «Большой взрыв». Свою первую защиту Джойс проводил против 40-летнего китайского боксера и считался явным фаворитом. Джойс решил перерубить соперника и пренебрегал защитой, за что и поплатился. Во втором раунде Джан нанес удар, который начал закрывать гематомой правый глаз британца. И к шестой трехминутке травма стала угрожающей. Рефери пригласил в ринг врача, который потребовал остановить бой. Сенсационное поражение лишило Джойса временного пояса и статуса обязательного претендента на чемпионский поединок по линии WBO. Джо решил активировать опцию о незамедлительном матче-реванше. И теперь он явно отнесется с большей осторожностью и уважением к своему сопернику. Однако британцу нужно уничтожить Джана, иначе мысли о величии и топ-поединках ему не светят. Итак, мы видели совершенно другой стиль бокса. И прежде всего, это следующий уровень. Я буду в этом виде спорта номером один.